трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Кирове до вечера 30 декабря будет закрыто движение транспорта на улице Комсомольской. Речь идет об участке от Сурикова до практически потребкооперации. Причина – строительство путепровода в Чистые пруды. Ввиду этого же до 29 декабря нельзя будет проехать по улице Ивана Попова от Красина до Комсомольской. Трасса 101. В Госдуме готовится законопроект, который в случае его принятия оставит без работы не имеющих лицензии таксистов. Таким извозчикам просто-напросто будет запрещено передавать заказы онлайн. Если сервис нарушит это правило, его оштрафуют на 200 тысяч рублей. В повторном случае предусмотрено приостановление деятельности на 3 месяца. Трасса 101. Число страховых компаний, оформляющих ОСАГО, продолжает снижаться. Сейчас их порядка 60. Изначально было в 3 раза больше. В 2018 году, по мнению некоторых специалистов, отказаться от автогражданки ввиду ее убыточности могут с десяток фирм, а может и больше. Выход страховщикам видится в том, чтобы упразднить госрегулирование ОСАГО. В интернете начались продажи автомобиля Renault Docker. Непосредственно у дилеров французской марки машина появится позже. В двухместном грузовом варианте каблучок стоит минимум 814 тысяч рублей. От 819 тысяч ценник пятиместной пассажирской версии. В обоих случаях у авто имеются широкие сдвижные двери. Мотор бензиновый 1.6 мощностью 82 лошадиные силы, либо полуторалитровый 90-сильный турбодизель. Коробка только пятиступенчатая. Механика. Трасса 101. Каждый из полсотни кроссоверов Lamborghini Urus, которые должны быть реализованы в России в следующем году, уже нашел своего покупателя. Цена вопроса – минимум 15 с лишним миллионов рублей. Машины будут переданы владельцам ближе к концу весны 2018-го. Новинка оснащается 4-литровым 8-цилиндровым битурбированным мотором мощностью 650 лошадиных сил. Коробка – 8-ступенчатый автомат. Разгон до сотни занимает 3,5 секунды. Потолок скорости – 305 километров в час. Это позволяет Урус носить звание самого быстрого серийного кроссовера в мире. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова» и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.